Братва, 2 недели назад была последняя моя прокачка в стендофе. А у нас тут уже обнова вышла, я по ней ролик успел снять. И, по-моему, самое время, чтобы снять новую прокачку в стендофе. В новом обновлении купить подписчику новый батл пасс с уровнями, новые фрагментики и в целом прокачать ему инвентарь. Братва, если вы хотите много прокачек в обновлении, то прямо сейчас прожмите на канал лайкосик, подпишитесь и напишите комментарии. И я очень хочу дойти до отметочки в 1,5 миллиона подписчиков. Надеюсь, у меня это получится, и вы мне в этом поможете. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь, прожмите лайкосик. Ну а сегодня я пойду прокачивать подписчика. Больше не буду тянуть со вступлением, просто погнали. Я зайду сейчас в свой телеграм, найду там подписчика и прокачаю его прямо сейчас. Погнали. Итак, братва, в общем-то, вот мы уже на аккаунте нашего сегодняшнего подписчика. Саламчик, братанчик, как тебя зовут, сколько тебе лет? Всем привет, 14. Ага, а как тебя зовут? Алексей. В общем-то, Алексей, Леха, сегодня ты попал в прокачку, сегодня я буду тебя прокачивать. Ты уже видел новую обнову в стыдовчике, зачекал? О, да. У тебя уже, смотрю, даже фрагменты есть. В общем-то, братва, сегодня мы будем прокачивать Леху новым батл-пассиком. Ты, получается, первый подписчик, которого я прокачиваю на новый батл пассик. Ребят, если вы тоже хотите в прокачку, просто прожмите лайк, подпишитесь на канал. И все. Возможно, именно вы будете в следующем видеоролике. Ну и можете на телеграм подписаться. Так, смотри. А как тебе вообще, ну, новый батл пассик? Ты уже зачекал его? Очень сильно, имба, сильный. Реально? Какой бы ножик хотел себе выбить вот из... вот этих. Карамбит. Блин, я бы тоже, ну, у меня, кстати, и выпал. На самом деле, ребят, обнова реально очень годная в стендофе. И таких обнов реально давно не было. Именно вот реально годных. В общем-то, давай зачекаем вообще, что у тебя есть на аккаунте. У тебя есть сейчас вот такой калашик. Стил грип за уровни. Кстати, прикольно, да. Прикольно выглядит, слушай. Прикольный калашик такой. О, блин, такая крутая функция, которая позволяет чекать. Так, юспик. Ну, такой, в принципе, довольно... Слушай, у тебя довольно дешевенький инвентарчик. Мы сейчас это исправим. Смотри, я уже зашел на сайт. Уже, получается, жму кнопочку Gold Pass плюс уровни. Покупаем. Все, сейчас я тебе задоначу на Gold Pass. И как только задоначу, чуть снова. Опа, пришел батл пассик. Голд пасик уже сразу. И вот он, наш голд пасик. Нам все выпало в кейсах, потому что сейчас выпадают кейсы, сразу мы дропчик не видим. Слушай, ну погнали тогда крутить кейсики. О, самый крутой, это, конечно, уже живой кейс. Но мы его откроем чуть-чуть попозже. Давай начнем, короче, с, наверное, стикер-паков, потому что они такие самые дешевенькие. Может выпасть, кстати, вот такой стикер. Было бы прикольно тебе аркановый очень стикер выпить. Кстати, расскажи вообще, сколько лет ты в стендов уже играешь? Я... 6 лет. Реально? А у тебя был нож когда-то? Нет. Реально, за 6 лет у тебя? Бабочка была. А, фига себе. А куда дел? Продал. Ну, нормально, нормально. Надеюсь, что сегодня мы такую прокачечку сделаем, что у тебя будет крутой инвентарь. Кстати, тут еще фрагмент боксы. Чего только нам не выпало. Слушай, реально можно открывать очень много кейсиков. Блин, надеюсь, тебе еще выпадет М16 Сиаглинд. Это, получается, арканочка. Но выпадает тритон. Дробаш. Блин, стендовчик разочаровывает, выдает рарочки. Пожалуйста, выдай аркану в татреке. Ну, падает тритон еще один. Я предлагаю сейчас на ускорении, наверное. Ой, почти. Давай, короче, на ускорении откроем все эти кейсы магии монтажа, ускорим процессик. И когда нам будет выпадать что-то крутое, мы будем включаться. О! Блин, почти аркана, я уж поверил. Ну, кстати, ребят, смотрите, пока что нам вот такой вот дропчик выпал. Погнали. Крутить дальше. Блин, почти бабочка! Я очень хотел, чтобы тебе бабочка выпала. Ну, не везет, ребята, все здесь что-то в кейсах. Ладно, погнали дальше крутить на ускорении. Блин, почти аркана. Фак, мы столько... Ребят, мы, короче, крутим кейсы. Что-то пока что нам ничего не падает. Но смотрите, что выпало. Ну, ничего страшного, погнали дальше крутить. Может, сейчас что-то выпадет. Короче, братва, я открыл все граффити-паки. Вот что выпало у вас на экранах. Фух, погнали теперь откроем все стикер-паки. Надеюсь, выпадет арканочка. Фига, братанчик, тебя там кто-то названивает. Ладно, погнали, короче, крутить. Может быть, сейчас выпадет стикер аркана. Было бы очень круто. Найс. Или нет? О, блин, почти лего. Ребята, у нас остался последний
стикер. Пак, и мы его открываем в надежде на аркану. Да блин, ну и тут не аркана. В общем, братва, вы сами видите, что нам получается выпало. Но это еще не все, ведь у нас остались новенькие фрагмент боксы. Нам сейчас может из фрагмент бокса вообще выпасть Nameless фрагмент. Это было бы очень круто, потому что он стоит 6000 голды сейчас по закупу. То есть это халявные 6000 голды, если он нам выпадет. Но шанс на него, как вы знаете, у нас 0-0-0-0-2. То есть, вот сейчас я вам покажу. Вот, вы увидели шансы. Погнали открывать тоже, но ускорение, если выпадет, это было бы очень круто. О, эпик! Кстати, слушайте, братва, мы открыли, получается, уже почти все фрагмент боксы. Нам в основном падают... О, фига себе, там... Тех друг какой-то пишет. Мы открыли почти все, и нам падают либо анкомонки, либо комонки. А, нет, либо анкомонки, либо рарки. И вот эпик это единственное, что дорогое выпало. Я не знаю, тут, походу, очень низкие шансы на Nameless. Потому что мы сколько открыли, нам просто не падает Nameless. О, почти аркана. Лего. Да блин, даже почти. Не Лего. Ну да, да, у нас осталось две коробки этих с анкомонами. Да блин, опять анкомон. Это ГГ, братанчик. Ну и последний, я надеюсь, выпадет Nameless. Ну я куплю все, я его просто продам и получу голдишку в аккаунт. Ну выпадает анкомон. Еще одна анкомонка. Ну да, в принципе, ничего страшного. Можно их тоже потом будет продать. У нас осталось 3 кейсика. Ну 3 бокса с вот этими вот пушечками. И потом мы откроем на живой кейс и посмотрим, какой же ножик тебе выпадет из этого батл пасика. Ой-ой-ой-ой-ой, я уже в каком-то предвкушении. Так, а, кстати, интересно, а из этого бокса может выпасть статрек скинчик или нет? Да-да-да-да. А, он получается такой же, как и кейс с этими пушками? Слушай, ну и теперь самое интересное, то ради чего мы так долго крутили кейсы, ну живой кейс. Так, ты бы хотел себе керамбит, да? Да. Слушай, ну я надеюсь, именно он тогда сейчас и выпадет. Просто открываем. Ребят, вы прожмите, пожалуйста, лайк и подпишитесь. Да нет, ну не может быть. Фу. Ну хотя бы танта. Слушай, хотя бы танта. Ну, как тебе вообще танта? Имба. Слушай, я предлагаю сейчас пойти на RG-шку и попробовать там пооткрывать кейсы, зафармить голду. Потому что, ну, в стендофе мы сейчас открыли и смотрите, что нам выпало. Короче, погнали тогда на RG-шечку и окупимся. Погнали. Итак, ребята, в общем-то, мы уже находимся на RG-шке. Братанчик, ты вообще знаком с RG-шечкой? Ты заходил туда? Играл на ней? Да. Ну, короче, шаришь уже за RG-шечку, да? Естественно. В общем-то, смотри, я закинул сюда 2000 рублей, но с промокодом КАПСАН. Я, ну, видишь, тут капсанчик. Новенький промокодик на 25%, ой, на 20% больше к сумме пополнения. И я получил 2400 рублей на свой баланс. В общем-то, смотри, погнали сейчас зайдем ивенты сначала. Нажмем выполнять вот тут вот все заданки. Это вообще халява полная. Дальше заходим вот сюда. У нас здесь новенький замечательный режим, где мы отправляем дракона в полет и получаем награды за какой-то его пролет. Смотри, давай за... 1500 купим. Желтое яйцо. Мне, кстати, дали 2000 монеток. О, и летит, смотри. Блин, надеюсь, долетит до 20000. Давай, давай, делай джазик, делай джазик. Блин, на 12000 упал. И мне дали стикер-бомб за 40 рублей. Так, наверное, на халяву, в принципе, неплохо. Давай теперь за 250 полетик его отправим. Кстати, эти монетки дают за пополнение, то есть я закинул 2000, мне дали 2000 монеток. Так, и где он становится? Что выпало? О, за 14 рублей. А ты, кстати, заходил на джиджишку? Выводил что-то отсюда? Да. А что вывел? 2000. Реально? А, и потом ты на них себе бабочку купил, да? Да. Фига себе. По 7 банана выпало. Слушай, ну, в принципе, неплохо, на халявочку. Также у нас, ребятки, здесь есть замечательный и топовый кейсик под названием... Где он, кстати? О, кейс граффити. Заходим сюда, просто молча вводим промокодик. Вот такой вот промокодик выводим, применяем и открываем его за 0 рублей. И нам выпадает граффити за 1 рубль. Ну, в принципе, вы можете тоже активировать, только количество ограничить. Слушай, у меня есть 2400 рублей. Какой вообще кейсик открою? Есть какой-то любимый кейс? Капитана. О, фига себе. Ну, погнали тогда. Давай. Слушай, давай сразу 5 тогда крутанем. Я, кстати... Так давно не открывал кейсы. А, 6 рублей. Че с ним стало? Что своим кейсом? Почему он не окупает? А, 413. Это вроде окуп на 100 рублей. 250. Слушай, нет, давай другой какой-то кейс. Давай, может, за 1500 что за кейс можно открыть? Мажор. Погнали. Да, погнали. Слушай, ты, походу, все прокачки мои смотришь, да? Да.
О, нашел. Давай, короче, откроем сразу 5. У нас на 1500 это выйдет. Погнали, просто сразу 5 открываем. И ну, мы в минусе на 200 рублей примерно. Ну, нормально. Смотри, давай сейчас просто поделаем контракт. У нас очень много пушек. Просто соем сразу все. А, нет, стоп, еще не поделаем. Я хочу еще зайти сюда и открыть бесплатный кейс. Погнали, погнали, погнали. Кстати, ребят, что если... Хотят? Кстати, братва, на самом деле, к обновой... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, в новой обновочке я все-таки думаю поделать много прокачек, поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, поддерживайте. И чем больше будет активности, тем больше будет прокачечек. Все, засовываем в первый контрактик. У нас первый контрактик на 1300 рубасиков. Ты готов? Да, 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 да. Окей, тогда создаем контрактик. Просто, пожалуйста, джиджишечка, купи. Пожалуйста. Это что такое? Но! Просто 3500. Халявочка. Так, у нас есть 3500. Так, давай теперь опять все засунем. А, опа, опа. Следующий контракт на 369 рублей. Ну, просто из того, что было, все подряд закинули. А, и нам выпадает за... А, это, кстати, хорошо, что не окупило, потому что, смотри, я сейчас засовываю все подряд, а вот, все предметы. И так как в прошлом контракте я не окупила, следовательно, в этом шансов окупиться побольше, а он уже на 4000, поэтому, братва, прожимайте лайкосик, и я делаю замечательный, великолепный контрактик на 4300 рублей, и выпадает стикер Dragon за 2500. Да, что-то не окупило конкретно так. Слушай, давай пробуем апгрейды тогда. Чисто апгрейд трайдим. Слушай, можно за... Ну, давай, короче, до керамбита Dragon Glass апгрейдим. Стоит он 4... Короче, шанс 54%. Пожалуйста, джишечка. Просто. Стой, стой, стой. Мы еще и слили. Про, это полная ГГ. Мы еще и слили. А, я не знаю, что делать. Минус. Я сколько? Тоже. 2000 рублей получается, да? Короче, ребята, я задепал еще 2000. Погнали просто. Вот просто сразу. Откроем Вальхала. Просто сразу 5 раз. Быстро. Даже не будем тянуть. А. Найс. На 2000. Ну, нормально, в принципе. И еще раз. Это сколько стоит Сеглин? 400. Давай, короче, прям не будем затягивать. Просто засовываем все в... контракты. Просто все скинчики засовываем в контрактике. У нас контракт сейчас будет на 2500, ребята. Я не знаю. Я очень рискую. Надеюсь, вы прожмете лайк. Открываю контрактик на 2500 рублей. Winter Fun Color за 3700. Найс! Заходим в апгрейд. Прожимаем его сюда. И давай, допустим, за... О, давай, кстати, Nameless фрагмент новый. Скрафтил? Новый Nameless фрагментик. Пожалуйста, новый Nameless фрагментик. Пожалуйста, скрафтся. Пожалуйста. Стой! Найс. Сюда! Найс! Новый левелс фрагмент. Слушай, ну в игре он нам не выпал, зато на джиджишечке выпал с кайфом. Так, и давай, наверное, сейчас откроем блэкспот. Что думаешь насчет блэкспотика? В принципе, он стоит 13 тысяч. Слушай, а сможем ли мы сейчас из Nameless фрагмента скрафтить Nameless блэкспот? Вот это мне интересно. Надеюсь, да. Погнали, короче, делаем контракт. А! Все! Поздравляю тебя! Стэмлос блэкспотом, капец! Капец, мы быстро до него дошли. Слушай, ну, жмем кнопочку получить скин. И сейчас я, ребятки, подготовлю вывод. И как только все поставлю на вывод, включусь к вам снова. Ну что ж, братва, в общем-то, я уже установил скинчик на вывод. И Стэндофи тоже установил на вывод. Мы ждем голдишечку, братачек. Я тебя поздравляю, тебе сейчас придет 14 тысяч голды. Не знаю, было ли у тебя когда-то столько, но в прокачках Данечка. Только обычно, ну, мы всегда выводим, а иногда даже больше. Поэтому, братва, прожимайте лайк, подписывайтесь. Возможно, вы будете в следующей прокачке. Турнусь, когда уже придет голда. Ну что ж, братва, только что на вывели голду. У нас 14 тысяч голды. Братанчик, ты готов собирать инвентарчик топовый? Да, 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 да. Так, братанчик, короче, у тебя 14 тысяч голды. На что будешь тратить? Есть идейки? Давай начнем с Юспика. Юспик? Фига себе, вот так вот с лету. Погнали, да. Юспик. Какой возьмешь? Давай Ред. Ред? Вот этот? Да. Да. Фига себе, просто сразу за 2000 голды, ты уверен? Да, да, да. Ой. Я чихнул. Ну ладно. Будь здоров. Покупаем. О, спасибо. Покупаем Юспик. Так, давай теперь тогда возьмем глачок. Какой глачок хочешь? Или, монстр. Или что? Монстр рабочий. О, смотри, есть какой. Возьмем этот? Покупай. Давай. Берем за 250 голды. Так, а ты не хочешь там, не знаю, ножик какой-нибудь, перчатки? Давай, давай. М9. Сразу М9? Да. Какой? Синий из нового обновления. Новогоднего. Вот этот? Это, да. Digital Bears, да. А, фига себе, окей, ладно.
покупаем это. Так, а перчатки какие-то надо брать? Перчи. Ретро вайв. Так, ладно. Ретро вайв. Хорошо, да. Так. Погоди, а ты уверен, что ты хочешь ретро-вейвы за 2300? Слушай, ну, кстати, прикольно, они под М9 подойдут, в принципе. Да, давай возьмем ретро-вейвы. Получается, у тебя М9 фиолетовый, ретро-вейвы. А, плюс еще Танта есть вот этот вот. Давай его тоже. Слушай, ну, в принципе, неплохой такой уже инвентарчик. Так, у тебя еще 6000 голды. Зайди на бабочку. А, ты хочешь бабочку? Базарчик, базарчик, давай возьмем бабочку. Так, ножи. Слушай, окей, легаси сразу за 1500, да? Да. Смотри, как прикольно смотреться будет. Окей, давай забираем легаси за 1500. Давай еще какие-то перчатки. А, ты хочешь еще перчи? Фига себе. Ну, давай. Так, смотри, ну, можно взять, в принципе, какие-то недорогие. Стимрайдер, давай. Стимрайдеры? А не хочешь драгонскейлы? Да. Смотри, как выглядит. Давай. Драгонскейлы? Да. Окей, забираем вот у этого чувачка. Ну, это, в принципе, я тоже так же примерно выгляжу. Я хочу смотреть, понял, как бабочка выглядит. Имба. О, кстати, прикольное сочетание. Окей, он, у тебя еще 4200, тебе надо еще, братанчик, знаешь, что купить? Калашик, эмочку. Да, давай с этого начнем. Так, давай калашик, давай. Короче. А, слушай, можно взять... Тайбл шторм, давай. А, ты вот это хочешь? Да. Слушай, ну, в принципе, прикольно выглядит, чекай. Да. Возьмем этот? Да. Все, понял. Братва, посчитайте, сколько раз сегодня подписчик сказал да. Так, давайте рявик. А ведь будем стартрек. А не хочешь генезис? О, давай. Чекай, по твоей перче. Давай. Просто чинадик. Давай, за 450 голды забираем. А давай сразу... Вот так вот. Давай. Протыкаю. Чисто вот самые такие нужные пушечки. Слушай, эмочку можем взять вообще вот такую. Как тебе? Давай. Слушайте, с перчами, с бабочкой легаси будет очень прикольно выглядеть. А у меня еще наушники сели. Как же это классно и великолепно. Короче, покупаем, да? Эмку. Да. Окей, забираем за, получается, 645 голды. Так, эмочка у нас есть. Теперь нужна эмочка, которая с глушителем. Слушай, можем взять вот такую. Давай баблгам. С наклами какие-то. Баблгамчик, окей, базарчик. Давай баблгамчик. Давай чисто... давай с четырьмя наклейками найдем. О, давай вот эту вот. О, как тебе? Давай. Блин, такая прикольная фишка, что можно смотреть, как выглядят наклеечки сразу. Да, это очень круто. Да. Забираем. Так, ну у нас осталось две пушки, М16 и АК-12. Они, кстати, тут очень подешевели, допустим, вот эта Мурена. Давай этот. Или может Винджет. Мурена. Или вот это. Слушай, ну смотри, ну это тоже этот. Прикольно выглядит. Окей, берем этого. Так, и координацию какую возьмем? Думаю... Может, Да, этот. Давай без наклеек. Слушай, а давай просто вот этот с... Ну, самый дешевый, если что, отклеишь. Типа, 4 наклейки на халявочку, так сказать. Почему бы и нет? Так, у тебя осталось еще 1300 голды. На что бы потратил? По 90. О, ну это топовое оружие. Ладно, согласен, надо взять. Не было. Не было, да? Окей, берем не было. За 500 голды. У нас еще 800, кстати. Что еще возьмем? Давай, может, полистаем вот так вот, типа, если что-то увидишь прикольное. Зайди на дигл. Окей, давай дигл. Дигл, давай. Дигл это топчик. Слушай, можно новый взять. Dragon Glass. Dragon Glass. Окей, Dragon Glass в статреке. С наклеечками, может. Да. А этот? Коты. Берем за 222. Забираем. Так, применяем. Окей, и теперь можно взять еще что-нибудь. М40. Чем ты? О, давай М40, да. Можно взять созвездие, кстати. Давай этот. Да, согласен. Окей, забираем созвездие. Теперь П-350. А, точно, забыли. П-350 топовый пистолетик. Ну, можно вот это взять, как будто. Давай этот. Давай. Как выглядит прикольно. Имба. Слушай, ну, мы почти всю голду потратили, у тебя осталось 30 голды. Че, братанчик, ты доволен вообще инвентарем? Очень сильно, спасибо. Ну, тогда с кайфом. Братва, у нас сейчас будет много прокачек на канале, поэтому, если вы тоже хотите попасть в прокачку, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И на телеграм-канал. Да, и на телеграм, и тыкайте на ролики, которые высветились у вас на экране. Ну и на этом ролик подходит к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока-пока, до новых волнующих встреч. Всем пока.